Здравствуйте! На сегодняшнем видео будет обзор ловушек, западков, хлопков для диких певчих птиц. Сезон ловли уже открыт. Я изготовил на заказ вот таких вот три западочка. Вот с разных сторон посмотрим. Размеры западков, значит, у нас получается, кто спрашивал, видите, тут 40. Длина 40. Высота вместе с донышком получается 15, и ширина у него 14,5. Значит, западочек имеет два хлопка слева и справа, видите, так. А по центру, вот по центру, здесь дверка, сюда вы садите манную птицу. Маночек сюда садится и подманивает, там, кого вам надо поймать. С маночком очень хорошо ловить. Так, значит, как все это дело работает? Вот сейчас они уже заряжены. На взводе стоят. Внутри будет сидеть маночек. Допустим, здесь сидит. Птичка садится вот сюда. Вот так, раз. Вот здесь, хоп, эта штука опускается. Надо нормально показать. Вот так, хоп, и поймалась. Следующий. Вот как это работает. Птичка садится, палочка закрывается. Вот тут, видите, искосок получился. Ну, вот мы ее поправим сейчас. Вот здесь сделаете на самом кончике, чтобы держалась. И когда птичка садится, все это быстренько закрывается. И все. Затем вы подходите, берем птицу и ее садим, допустим, в мешочек из ткани, чтобы птица не билась. И потом переводим ее на домашнее содержание, приручаем, делаем гибридизацию или просто одомашниваем. Так что, друзья, западочки вот такие вот уезжают у нас в Оренбург к Дмитрию Николаевичу. Вот, пожалуйста. Если есть желающие, пожалуйста, заказывайте. Западочки изготавливаются, в принципе, быстренько. Пишите на WhatsApp или звоните по номеру 8-928-231-61-07. Вот он, видите, с двух сторон западок. Сюда птичка садится. Тоже все закрылось. И здесь. Значит, проволока нержавейка здесь стальная. И дерево дуб. Западки прочные, крепкие. Даже если вот он упадет с высоты, там с дерева упадет, он остается целый. Все качественно, все крепкое. До скорой встречи. Обязательно подпишитесь на канал. Будет много интересного про птиц, про клетки, про ловушки, про охоту.